конюшный болван! Способ номер три. Начните делать какую-нибудь мужскую работу. Ни один настоящий мужчина не удержится перед тем, чтобы помочь слабой женщине и блеснуть лишний раз перед ней своим преимуществом. На этот крючок он и попадется. Выбери для себя самое невероятное. И вперед. Макс, может, хватит, а? Прислушайся к себе. И впусти в себя потоки космической энергии. Дай этой силе течь через тебя. Макс, я больше не могу. Вот, посмотри. Естественное положение каждой частицы – это работать на благо целого, подобно тому, как каждая клетка здорового тела работает на благо организма. А ты? Пойдем, Пахлаван. Нас ждут новые испытания. Макс, ну подожди меня, пожалуйста, ну Макс! Орете. Уберите свою свинью отсюда! Только ребенка напугаете! Да ваша свинья хотела моего ребенка съесть! Глупость, говоришь, соседка! Он только кашу и сено лопает, прям как хозяин ваш, прости господи! А за мальцом бегает, потому что ему сандалии его приглянулись, вон красные! И чего они ему приглянулись? Да черт его знает! Может, отдадите сандалии-то, а? Он к вам бегать и перестанет! Еще чего? Если ваша свинья за моим ребенком еще бегать будет, я скажу Максу, и он ее усыпит. Ты что говоришь-то? Что говоришь? Как это усыпит? А ну пойдем, Гиннес. Так, Тараканова. Привет. Значит, ты понятия не имеешь ничего о Мирских. И здесь оказалась совершенно случайно, так? Зашла прогуляться. Я вообще здесь совсем по другому поводу. По другому поводу? По какому? А ты не догадываешься? Я-то как раз очень хорошо догадываюсь. Угу. Нет, не поэтому. По какому поэтому? Или ты уже все знаешь? Что? Я? Что я? Я вообще только здесь узнала, что жена Мирского умерла. И что же ты здесь делаешь? По тебе соскучилась. Позвонила в отделение, узнала, что ты здесь. Приехала. Вилка, ну стой. Ну хорошо, я верю, верю. Вилка, слышишь? Верю. Извини, пожалуйста. Ну извини меня, пожалуйста. Я просто подумал, что ты в своем репертуаре. Угу. Ну, слышь меня? Помирились? Девушка! Помирились? Ну, давай, пойдем. Репортерша! Эй! Репортерша! Беги, Олег, тут пойдем за тобой, а? Репортерша! Ну, пойдем, Олег, Олег! Да Олег, подожди пойдем, ты! Подожди. Удостоверение обронили во время интервью. А, это когда пальчики убрал. Подожди, какое интервью? Как? Для радиопередачи? Так, я вас очень прошу, запомните эту особу. Она мешает работе следствия. Можно тебя на секундочку? А, я это... Что ты спасибо мне говорила? Что ты мне сейчас говорила? Тебе что, обязательно устраивать спектакль? А тебе обязательно вмешиваться, Олег, в чужую работу? Олег! О, привет, Тараканова! Привет. Слушай, я допросил последнего свидетеля, показания очень путанные. Я попрошу тебя не распространяться о деле в присутствии посторонних. Это кто? Тараканова, что ли, посторонняя?
Ну что, опять поругались, да? Юра, не твое дело. Это абсолютно волшебная травка. С древних времен ее выращивали не только в Индии, но и в Китае, Туркестане и Марокко. Древние сикхи, перед тем, как идти в бой, выпивали настой из ее листьев, чтобы сердца их не знали страха. А обязательно так мелко растирать? Для достижения наилучшего эффекта трава должна напоминать цветный табак. Способ номер 4. Если все предыдущие способы не увенчались успехом, то остается только одно. Помните, что больше всего мужчины в женщине ценят самих себя и тот вклад, который они внесли в ее жизнь. Доставь ему удовольствие, пусть он чувствует себя твоим спасителем. Помни, мы любим людей за то хорошее, что для них делаем, и ненавидим за ту боль, которую причиняем. Как говорил великий Живаки Кумару Бхакки, лучше всего растирать каннабис под чарующие звуки саманги. Помогите! Макс! Макс! Помогите мне! Кто-нибудь! Сейчас! Тома! Помогите! Ой, баба, спасите Тану! Том! Вилка, а ты что здесь делаешь? Том! Том, держись! Вилка, держись! Том! Вилка, я сейчас! Не тони, а! Приплыву! Вилка, ты откуда? Я оттуда! Ой, Вилка, ты куда? А? Держись! Слушай, мне одежда мешает и ко дну тянет. Ой! Держись, я тебя спасу! А? Ой, мне ногу свело! Помогите! Помогите! Мама! Кто-нибудь! Мы им кричали, кричали, а они не слышали, не слышали. Ну куда ему слышать-то? Они вон последние мозги себе задурманили и сидят кукуют. Как задурманили? Чем? А вот на вот, сама. Сама погляди, соседка. Он этой травы дуровы два мешка из Индии приволок. Ну ладно бы сам. То и девчонку к этой гадости, к этой дряни приучает. Не вижу ничего, а? Вот дают, а? А может быть они гербарий собирают для Кристины? Ей на лето задали, да? Да, а? Да, гербарий, гербарий. Тоже мне гербарий. Вы что, хотите сказать, что они там курят, да? Нет, в прятки играют. А что остается, по мешкам распихивают и продают. Вот думаете, на что ваш любимчик-то живет, а? Не работает нигде? И дачу поди бесплатно вам сдает. Том, не реви. Так, быстренько собираемся и гребем к берегу, а там разберемся. Полный вперед! Ай-я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 й. Приветствую тебя, сосед. Стыдно, сосед. Ну что, может, участкового вызовем? Не надо участкового, Яков Казимирович. Кристина, объясни, что происходит. Максим, как вы могли? Как вы могли? Том, ты чего? А это кто? О, Пантелеич, и ты туда же. А как я твоей старухе расскажу, а? Вот оно. Вот оно, пагубное действие наркотиков. Ой, мамочки, что я Сеньке скажу? Томочка, успокойся, пожалуйста. Крис, какие наркотики? Да вы что, все взбесились, что ли? Отри негодование, сестра, и узри истину. С древних пор
Каннабис является лекарственным средством для лечения таких болезней, как малярия, запор, а также боли в спине. А еще китайский император употребляет каннабис для улучшения аппетита. Ну как, Пантелеич, что, полегчало тебе? Ну давай, давай. Ой, спас! Спасибо, Макс, спасибо, дорогой! А как вы сказали? Каннабис, да? Да, лечебная трава. Вилка. Стыдно, Яков Казимирович! Вот это с лазерного диска, который нашли в сумочке Людмилы Мирской. Может, ее так просто пугали? Не уверен. В общем, пока ясно только одно. Первым делом нужно искать девушку-кореянку. Последнюю, с кем видели Мирскую. Ну, Мирский не припоминает кореянок среди знакомых своей жены. А мне кажется, я знаю, как можно ее найти. Ну и как? Ладно, поиском кореянки займемся завтра. А пока нужно еще раз пройтись по всем возможным связям Людмилы Мирской. Да связь-то всего раз-два и обчелся. Мне кажется, есть смысл еще раз съездить в Миров. По поводу? Все по той же причине. Необходимо найти Яну Гостеву. Но мне кажется... Поезжай-ка ты туда прямо сейчас. И зайди к Антонине для начала. Не поздновато ли для таких визитов? Кого ж принесло на ночь глядя? Так, ничего не видно. Кому понадобилось убивать Людмилу Мирскую? Эй, Тараканова! Опять с мужем поссорился? А чё он? Туда не ходи, сюда не встревай. Обманула мужа, а он тебе, между прочим, поверил. Замолчи! Я, может быть... А я, между прочим, ему хотела помочь. Да ладно, если бы ты ему хотела помочь, ты бы ему сразу про записку рассказала. Какую записку? Ой. Блин. Это же улика. Эй, куда бежим? Алло! Эй, ты куда? С ума сошла на ночь глядя? Не твоего ума дело. Я тебя сейчас... Не смей! Не смей! Убери руки! У меня глаз алмаз! Go!
Майор Куприн слушает. Товарищ майор, тут к вам какая-то странная гражданочка. Ну где? Вот. Вы ко мне? Куприн, как хорошо, что ты здесь. Нашла очень важную улику. Ты откуда такая? С кладбища. Ты понимаешь, что ты позоришь меня перед всем управлением? Завтра только и будет разговоров, что ты явилась сюда в таком виде. Ну послушай меня, на самом деле... Что слушать? Зачем ты отправилась ночью на кладбище? Я, смотри, что я нашла. Видишь, это же улика. Смотри, здесь вот написано, смотри. Связь с Антониной, адрес Аутикариянка. Ты же верзи, вот, поторопить с машиной в ремонте. Еще здесь всякие знаки. Это шифр. Нужно узнать, что за этим стоит. По-моему, вот. Это никакой не шифр. Да... Это вообще к делу не относится. Как-то не относится? Ты что, как не относится? Смотри, здесь даже есть фамилия, ты просто не знаешь. Сейчас потерять... А, вот нет, вот здесь, вот, Аканова. Ты понимаешь, Аканова, это же... Что ты смеешься? Что ты смеешься? Это ценнейшая улика. Здесь все, знаки, адреса. Здесь практически Тараканова. Все сказано. Эркюль Пуарота наш, недоделанный. Не хотел тебя расстраивать. Эту записку написал я. Как? Да как? Никак. Что ты, почерк мужа своего не узнаешь? А связь с Антониной? Я пытался воспроизвести цепочку. Найти причинно-следственную связь. Подожди. Причинно-следственную связь. Ну да. Это, видимо, фоторобот. А это, я полагаю, портрет предполагаемого преступника. Так, дай сюда. А что такое? Что такое? Мисс это портрет? Марко. Кого портрет? Это портрет, кого надо портрет. Дай фоторобот, сюда. Фоторобот, да? Это фоторобот. Вилка, это Вилка, фоторобот. Стой. Дай сюда. Это моя улика. Отдай мне. Моя улика. Отдай. Отдай мне улику. Все. Ну что ж теперь будешь делать? Рыжий блондин. В одном ботинке. А между прочим, наш один общий знакомый утверждает, что хождение по природному полу активизирует мышцы стопы. Дай. Товарищ майор, тут к вам опять какая-то странная гражданочка. Говорит, что у нее очень важная улика. Антонина Витальевна, вы дома? Антонина Витальевна... Алло, это скорая помощь. С вами разговаривает капитан уголовного розыска Юрий Петров. Пожалуйста, немедленно пришлите машину по адресу улица Лесная, дом 8. Не надо скорую. Все. Уже прошло. Пожалуйста, уезжайте. Тьфу ты, господи! Так, знаете что? Если вы немедленно мне все не расскажете, я буду вынужден вас задержать, отвезти на Петровку и... Это была моя дочь! Понимаете вы? Моя дочь! Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Гостям всегда рады, что будем шить брючки. Нет, я по другому вопросу. Ай, дорогой, посмотрите, какие брючки. Это же Рахат Луху. Майор Куприн. Московский уголовный розыск. Скажите, пожалуйста, на этой квитанции адрес вашей организации? Да, нашей. Это как раз я сам и выписывал. А что, какие-нибудь проблемы? Проблема это или нет, будет зависеть в частности от вас. А у нас никаких секретов нет. Я вам сейчас все расскажу. У нас полный порядок, отчетность полнейшая. У нас ничего такого никогда. А если вы про прошлый год... Скажите, пожалуйста. Да. Вот здесь написано. КОСТ. Это костюмы, наверное. Да. А вот ЦОВ. Это что такое? Так цыпленков же. Костюмы цыпленков. Это наш постоянный клиентка заказывал. Цыпленок. Постоянная клиентка? Да. А может быть, у вас есть ее адрес или фамилия? Конечно. Адрес... Она работает, кажется, то ли в самодеятельности, то ли в телевизоре. Она постоянно у нас костюмы заказывала. То бельчонков, то медвежонков, то крокодиленков. А даже такой заказал. Я Гоге рассказал, он смеялся. Скажите, пожалуйста, а заказ был от частного лица или от фирмы? Оформляли все как положено. Послушайте, эти организации чего только не придумывают, а? Однажды рекламировали каких-то там летучих комаров. Простите, а телефон? Средства от комаров. Телефон у нее есть? Конечно, есть. Так вот он же, телефон. Вот он, вот телефон. Ну так что же вы все время молчали, не сказали мне сразу? Как я молчал? Я же говорю. Припоминала, что подруга Яны, кореянка Наташа Ким, работает на какой-то киностудии. «Птичье название», так говорила Антонина. И в поисках подозрительной кореянки она отправилась на киностудию. «Птичье название». Ладно, посмотрим. А, извините, пожалуйста, вы мне не подскажете, где у вас здесь интернетовский офис? Да вон он там, спросишь Афанасия. Спасибо. Здравствуйте, я так понимаю, это вы, Афанасий? Не, вон он в углу сидит. Афоня! Здравствуйте, Афанасий. Послушайте, у меня там сетка не фурычит, а мне, между прочим, работать надо. Ну что ты кричишь? Я не кричу, ты начальник. Ну я, что у тебя стряслось? Ну я пароль набираю, а у меня корова мычит. А когда мычит, в глазах крестики не мигают? Да нет. А какой номер ошибки выдает? Никакой, она просто мычит и все. Эх, не люблю я в деревню ходить. Ну как? Здесь все в порядке. И что теперь? Ну, кабель накрылся. Ну? Ну, пойдем искать. Да что ж ты делаешь-то? Пошла, Туша, пошла отсюда! Эй, шатропа! Он же полтинник за метр стоит! Вы что ж его тогда делаете, а? А ну, сейчас как уж-то дотеру! Вы лучше семью свою держите, Яков Казимирович! Она что у вас голодная? А нечего было животное дразнить! Два метра кабель сломятила! Ей, может быть, ваши сандалии нужны! Я вам сказал вот... дайте, а вам жалко. А ты своей подружке знаешь, что скажи? Что жадность, она никогда до добра не доведет. Пойдем, Гиннесс. Ну, ничего себе. Что за птичье название? На фильм. Не фильм. Фильм о лед. Феникс фильм. Стоп. Феникс фильм. Подходит, мы билет проезжали до сих пор. Никогда так больше не было. Ну как так? Да ну, заранее можно было деньги подготовить? А следующее через час. Да не сяду я без билета. Вот так лучше. Ничего себе.
Здорово. О, Олег, здорово. Иди-ка сюда. Как у вас дела? Слушай, интереснейшее дело. Слушай внимательно. Вот это ты посмотри сначала сюда. Вот эта фотография, ты видишь, на ней ребенок. Так вот, родственники опознали. То есть не опознали, они, ну, предполагают, что это Яна Гостева. А вот это настоящая фотография Яны Гостевой, которую ты принес. Называется «Отыщите семь различий». Вот так вот. Ребят, поглядите еще сюда. Ну-ка. На обратной стороне и правда кое-что имеется. Смотри, буквы. Помнишь, я буквы увидел? Смотри. Ал. Мэ. Неразборчиво. Еф. Дай-ка. Еф. Что такое Еф? Алексей Маев. Маев. Это фото из детского дома. Слушай, интересно, откуда у Софьи Хлебниковой могла оказаться эта фотография? Да, не знаю. Секунду. Олег, тебя к телефону. Кто? Не знаю. Говорят, какое-то важное дело. На, держи. Ну, классно. Как у тебя получается? Спасибо. Майор Куприн слушает. Вас беспокоит из отделения транспортной милиции, лейтенант Завалин. Мы задержали безбилетного пассажира. Я рад за вас, но вы обратились не по адресу. Это уголовный розыск. Простите. Товарищ майор, пассажирка оказала сопротивление. Документов при себе не имеет. Называется странным именем и отчеством. Виола Ленинидовна. Слушай, дайте я сама тебе просила говорю, а? Позвонить вам. Куприн, слушай, тут так как бы история получилась, а дальше как бы... Документы забыла, а тут такие деньги у меня еще с собой. Слушай, скажи, Куприн, ладно, скажи. Дайте мне трубку. Что-то орет. Алло, вы подтверждаете, что это ваша жена? Да, я подтверждаю. Товарищ майор, я должен вас предупредить. Ну что произошло-то? При вашей жене обнаружена крупная сумма денег, а именно 10 тысяч долларов США. Объяснить происхождение которых она отказывается. К сожалению, я сейчас лично не могу приехать за гражданкой Виолой Ленинидовной. Господи, но даю вам слово, что спрошу с нее по всей строгости закона, под мою ответственность лично, да. Ну хорошо. Спасибо. Ну... Чё еще? Приехали. Тараканова, Заяц с контрабандой. Да посмотрите же, вот он, уходит. Отец в таком же виде, как при жизни, вот он, перешел порог. Стой, призрак. Молви мне, Гертруда, куда идешь без пропуска, поправ законы нашей киностудии? А я иду в 9-й павильон. В массовку я по объявлению. Иди за ней, Гертруда. Опять никто не отвечает. Жалко, рабочего телефона у нас нет. А? Ягуар? Нашел место. Да, скорее всего, гражданка Ким сейчас на работе. Вот смотри, этот проездной она обронила у дома Мирских. Так. Там коды. Код станции, номер вестибюля, дата, время выхода. Ага. Слушай, ну тут... Тут в основном номера только двух станций. Вот эти станции. Судя по домашнему телефону, она живет около этой станции. Угу. Значит, не исключено, что рядом со второй станцией находится место ее работы. И мы должны выяснить, есть ли в этом районе какая-нибудь киностудия, какой-нибудь театр, дом культуры или кружок художественной самодеятельности. Правильно. Не зря тебе... Петров, капитана дали. Конечно. Не волнуйся, дорогой мой. Считай адрес у нас в кармане. Дай сюда реквизит. Так, ты все. Дай сюда. Иди сюда. Да, роль у вас маленькая, но не важно. Вживаться нужно в роль, понятно? Так, что у нас тут? 5 минут. Почему без костюма? Быстро переодеваться и в павильон, скоро же съемки. Ну сколько можно опаздывать, господи! Так, девочки, идите сюда. Строимся в два ряда.
Впереди остановись. Так, хорошо, молодцы, быстрее, девочки. В два ряда строимся. Хорошо. Реквизит всем раздали. Так, шапочки одеваем. Хорошо, молодцы, девочки. Так, подвинься. Так, вы во второй ряд. Девушка, а? Идите сюда. Я? Идите сюда скорее. Так, хорошо. Так, музыку. Объясняю задачу. Вы цыплята, вышли на полянку, где светит солнышко, зеленеет травка, и танцуете незатейливый танец. Повторяйте за мной. Так, улыбаемся. Хорошо. Бедрышками работаем, 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 девочки. Так. Ах, красавицы. И вдруг появился коршун. Цыплята прячутся в скорлупке, то бишь зонтике, из которой должно появиться название страховой компании «Белько». Так, вот ту заднюю поправь чуть-чуть. Ага. Так, отлично, девочки встали и приготовились к репетиции. Эндрю, чай. Приготовились? Музыка. И... Вы Наташа? Хорошо, девочки. Что? Ага. Вы кто? Такс. Оп, 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 ой. Так, так, хорошо, меня девочки, молодцы. Яна. Дождитесь перерыва, ладно? Коршун, живей, давай, шевели копытами, вот, вот, родной, вот. Вот. Стоп, 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 ты чё, курица, русского языка не понимаешь? Я бы не стала тебя беспокоить, просто мне надо... Ну, в общем, срочно надо одну вещь Яне передать. Вот, я подумала, вдруг ты знаешь, где ее можно найти. Нет, я боюсь тебя разочаровать, но я без понятия, где она может сейчас быть. Прикурить можно? Извините. Удает. Так что, я не знаю. Жалко, я думала, вы близкие подруги, она рассказывала там о вашем детстве, о тебе, вот, о всяких ваших совместных планах. Совместных планах? Ничего себе! Не было у нас никаких совместных планов. Это что же, она мне пытается свои подвиги приписать? Кошмар. Ну ты уже слышала, да, про эти ее чудовищные планы мести? Мести? А, ну да, да, она что-то такое говорила... Ну, что разберется с ним, безо всякой милиции. А, что устроит ему концерт для Колобка с оркестром. Ему? Ну да. Ему тоже? Она хочет мстить просто всем подряд. Не, у нее все-таки явные проблемы с психикой. И вместо того, чтобы радоваться вновь обретенной семье, Яна решила во что бы то ни стало отомстить. За свое нищенское детство. Хотя, поверь мне, детство у нее было далеко не нищее. Есть платок? Нету. Тетя Тоня заботилась о ней, как о родной. Но вот Яна вбила себе в голову, что Софье, а заодно и Людмиле надо обязательно отомстить. Вот и ты теперь говоришь, что не только им. Пойдем в гримерку зайдем. Может, завидовала, я не знаю. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Эй, красавица, это мои вещи вообще-то. Яна! Яна, стой! Ай, да ну, да ну, да на, да на, да на, да на, да на, ай, да ну, да ну, да на, 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 да. Раз, два, три. Левой, левой. Раз, два, три. Левой, левой. Пусть мать тебя нечетно просит, Гамлет, останься здесь.
И пропуск предъяви. Сударыня, я вам во всем послушен, дозволено статьями, в добрый путь. Стой, призрак! Чего? Простите, пожалуйста, извините, это я не вам, простите. Стой, призрак! Ой, здрасте. Осторожно! Сам желаю. Ну, извините, засмотрелся. Набор охотников приостановлен! Он до сих пор нечего на него смотреть. Королю. Это у него профессиональное. Бывший актер? Ты будущий. Мечтает о ролях. Прощай. Бедный мальчик. Вот он, держите его, давайте быстрее, бегом, живо! Ребята, что вы делаете? Я не буду сниматься, я не буду сниматься, я требую денег вперед. Что вы делаете? Куда вы меня втащите? Я же сказал, что я не буду сниматься. Продюсера, кто? Кто-нибудь, позовите продюсера, я требую денег вперед. Слушай, прям как у нас. Ну что стоишь, давай быстрее, туши, бегом, бегом. Сейчас я свет. А ну что, на свет сколько? Нет, а мне платье это неудобно. Сказали, свет. Опа. Видели, как я вам... Зато красиво. Слушай, я не понимаю, как тут люди-то работают. Я уже запутался в этих коридорах. Ага, вот туда? Вот и я тоже самое думаю, Петров. Чего? Простите, это вы нам? О! Тебе, Куприн! Таракадова, откуда ты здесь? А главное, зачем? Да. Лучше бы я за тебя не поручался. Угу. Сидел бы ты сейчас в отделении в этом. Ну, ты чего кипятишься, Олег? Ну что, я виноват, что касса была закрыта, а? И вообще я хотела штраф заплатить, просто у меня денег не было. Деньги были в порылке, в кошельке. У тебя не было денег, да? Я солнышко досушиться. А вот 10 тысяч долларов, это что, не деньги? Да, кстати. Вот скажи, пожалуйста, откуда у тебя такие деньги? 1-3-15. Мирская, дорогая моя, убита и ограблена. Откуда у тебя ее 10 тысяч? Ты что, не понимаешь, что мы теперь тебя должны арестовать? Вы что, ребят, понимаете, мне Людмила дала деньги для ее сестры Яны. А знаешь, Юр, ты прав. Да. Надо бы ее арестовать и допросить с пристрастием. Угу. Вечно ты куда-нибудь вляпаешься, Тараканова. Ну чего? Умопомрачительная история. Да. А деньги такие большие ты с собой специально таскаешь, кстати, да? Кстати. Нет, ну я хотела спрятать, да? Но потом вспомнила, что Яна говорила, что надо прятать на виду. Это у нее такая присказка была. Вот. Граждане, пожалуйста, соблюдайте спокойствие, с вами милиция. Я капитан Юра Петров, все под контролем. А потом я услышала этот шепот, зловещий, где мои документы. Все, а потом он убежал, началась паника. А о каких документах идет речь? В том-то и дело, я не знаю. Вы же сказали, он наставил пистолет, значит, это был мужчина. Невозможно, когда шепотом говорят, понять, мужчина это или женщина. Тем более, так быстро все это произошло. Хорошо, давайте вернемся на несколько дней назад. Это вы были у квартиры Мирских в понедельник вечером? Да, я. Только вы не подумайте, что я от вас убегала. Просто подошел мой автобус, и я торопилась на работу. Загорелся светофор. Перестаньте юлить тут перед нами, перестаньте юлить! Хорошо. А мне ничего за это не будет? Смотря за что за это. Смотря за что. У меня просроченная регистрация. Чу ты, господи. Да я боюсь вас. Понимаете? Кого? Милицию. Девушка, с вашей регистрацией мы как-нибудь разберемся. Вы мне расскажите лучше подробно. С какой целью? Вы пришли вчера утром на кладбище. Как? Ну, ушла на работу, мимо проходила, решила воздухом подышать свежим. А ну-ка, хватит нам врать. Хватит нам врать здесь!
Вы знаете, что бывает за отказ помочь следствию? Я ничего и не скрываю. С вас, милочка моя, подозрения еще никто не снимал. Каких подозрений? Четко, ясно и по порядку. Что вы делали утром на кладбище? Расскажу. Я уже рассказывала, Вилке. В общем, так. Яна задумала план мести семье Мирских. Это она рассказала Софье всю правду о ее сыне. Ну, это брат-близнец Яны. Ну? Сразу после того, как она поговорила с Софьей, та пропадает. А два дня назад Яна приходила ко мне и сказала, что придумала такое. Что придумала? Отчего Люда просто пойдет и застрелится. Так и сказала? Так и сказала. И, по-моему, она рассчитывала на то, что я ей помогу. Ну, конечно, я отказалась, само собой, и она так разозлилась. Она ушла, даже не попрощалась. С тех пор Яну видели еще? Нет, не видела я ее больше. Ну, не нравится мне, как мы расстались. Как-то не по-доброму. Я не удивлюсь, если я уже в этих списках ее черных давным-давно фигурирую. Ладно, все понятно. А с какой целью тогда вы пришли в дом Мирских? Так предупредить Люду. После того, как я услышала в первый раз об этом, обо всем, я поняла, что надо будет предупредить Люду. Ну и что, вас пугнул Куприн, что ли? Да. Хей. А после того, как она пришла в последний раз, все, я уже поняла, это невозможно. Действительно, что-то случится опасное. Я должна была ей сказать, что что-то произойдет. Я приехала утром, потому что съемки начинались в тот день довольно рано. Как раз в это время Людмила выходила из подъезда. Я подумала, сейчас или никогда. Но подойти к ней удалось, только уже на самом кладбище. Там еще какие-то похороны были, народу. Не лучшее, я понимаю, место для подобных разговоров. Я надеюсь, она вняла моим предупреждением и уехала все-таки из города. Ваши предупреждения были запоздалыми. И в то же утро на кладбище Людмилу Мирскую убили. Только не надо делать вид, что вы ничего не знали. Не притворяйтесь тут перед нами. Нет. Нет, и она не могла. Наговорила, но чтобы убить, она не могла. Ну вы что? Последним человеком, с кем видели погибшую, были вы. Вы что мне хотите сказать? Вы хотите сказать, что главная подозреваемая в убийстве Мирской – это я? Вы что, зачем мне Люду убивать? Вот это мы как раз очень хотели бы узнать. Нет, я не верю. Людмила Мирская жива. Я не верю вам. Может быть, фотографии с места преступления вас убедят в обратном? Это я! Успокойтесь. Это я! Выпейте воды. Это не Людмила! Это Яна! Кто? Это Яна! О, Боже! Удар. Так. Захват и подножка. Вот так. Ну давай, вставай. Вставай. Ну куда? Ну, ах, вот так, да? Хорошо, хорошо. Нет. Вот так и вот так. Ну, не щекотаться, не щекотаться. Вставай сюда, давай. Мам, давай. Держи. Ага. Я, Яков Казимирович, ну что же вы меня напугали-то так? Дома я пришел доложить вам прослеженный мною факт. Опять что-то случилось? Мальцу не стоило бы это слушать. Ха, пойди, Кирилл, побегай с ребятками. Мам, иди. Можно? Ну, иди. Надеюсь, свиньи во дворе нет? Свинья там, где ей положено. Mm-hmm. А вот Кристина где? Интересно узнать. Да Кристина пошла с Максом на речку. Скоро вернется. Вот именно что с Максом. Ну да, я же говорю, на речку. Угу. Вот именно что на речку. Что вы
там такого? Они вот и записку оставили. Мы пошли на речку повышать мышечный тонус. Скоро вернемся к Кристе. Мышечный тонус. И вы так спокойно об этом говорите, соседка? Ну а чего волноваться-то? Взрослый, спортивный мужчина, занимается с девочкой физкультурой. А физкультурой ли? У меня на этот счет другие данные. Какие данные? Вы о чем говорите? Что-то случилось с Кристиной? Что с Максом? В Индии этим занимается каждый второй. Вы думаете, чем он в Индии учился? У учительницы этой своей. Чему? Камасутра. Мышечный тонус они повышают. У нас проблема. Это из-за хитиновых, да? Нет, к хитиновым-то мы привыкли. У Макса и Кристи, кажется, роман. Да я угадаю. Это, наверное, Яков Казимирович сказал, да? Да нет. Ну, да. Ну, как я сама не догадалась. Том, а может, тебе это все показалось? Вилка, приезжай скорее. Потом они пришли вместе. Были такие, ну, загадочные. Вилка, может, Сене позвонить, а? Не надо Сене звонить. Давай лучше папе позвоним. Он у нас все-таки педагог со стажем. Он опытный, он разберется. Жду. Так, третий отряд, внимание! За буйки не заплывать, друг друга не топить. Спокойнее! Да. Алло, да, дочка. Слушай, у нас тут такое... Ну, такое немножко деликатное дело. Комаров, не топи Мохину! Ну? Так. Как? Что? Да-да, я все понял. Понял. Сейчас закончу купание третьего отряда и тут же приеду. Ну, давай, пока. Так, третий отряд! Третий отряд, быстро вышли из воды! Второй отряд! Быстро купаться! Быстро! Да, если Ким сейчас опознает в трупе Яну, значит, Алексей Мирский нам соврал. Ведь он опознал в трупе свою жену. Спрашивается, зачем? Да потому что это не Яна была, Яна жива. Откуда такая уверенность, Тараканова? Да потому что я была сегодня утром на киностудии, ее там видела. Очень интересно. А почему ты сразу не сказала? Ну, я не совсем уверена, что это была Яна. Там так все быстро происходило. А вообще, Тараканова, ты откуда знаешь Яну Гостеву? Это такая длинная история. Стоп, я никуда не тороплюсь.